So exercises. Мы говорим о времени future simple. Для всех лиц и чисел will в значении обещания, предсказания, will в значении, что человек принимает решение в момент речи. Но и бывает shall. Ну, shall это обязательно будет в вопросе. Обязательно будет в вопросе. И shall звучит в вопросе, когда что? Хотят услышать что от собеседника? Ну, помощь. Помощь. Либо хотят услышать от собеседника совет. Да? Угу. Либо хотят услышать предложение какое-то, да? Да. Ну, еще раз, ты про will можешь что-то сказать? Will мы используем, когда ну в будущем для обещания. Для обещания предсказаний. Либо второй момент. Какой? Второй момент. Иногда мы можем его использовать, что. Мы принимаем решение в момент. Для решения в настоящий момент. Ну, в момент речи. В момент речи. Да, то есть вот звонок звенит, я открою. Либо увидел человек, что сумки тяжелые, я поднесу. То есть там, ну, 3 минуты до этого никакого звонка не было, и никакой старушки не было. Вот такие. А про shell что-то можешь сказать? Shall мы иногда используем вместо will, а можем использовать... В основном можно использовать... В основном мы используем для помощи, совета или предложения. Предложение, молодец. И это всегда будет что? Вопрос. Это всегда будет вопрос. Okay, now we are ready. Exercise 28.1. Read the task. Complete the sentences. Use I will. Видишь, и здесь на учебнике для I никакое не shall, а берут, а что? Will. То есть для всех. Will. Когда-то там было не так немножко. Okay. One. Read the sentence. My bag is very heavy. I'll carry it for you. Решение принимается. I'll carry. Я поднесу прямо сейчас, в момент речи. Okay. Two. I don't want this banana. Yes. Well, I'm hungry. I'll eat it. Good. Тоже секунду назад он и не думал, что ему так повезет, что его напарник не голоден, и тогда бананчик кто съест? Собеседник. Он принимает решение съесть бананчик прямо вот в момент речи. Three. Do you want a chair? No, it's okay. I'll sit on the floor. Good. Translate. Тебе нужен стул? Okay. Нет, все хорошо, я могу посидеть на полу. Нет, ну, я могу, здесь все-таки не было. Я посижу на полу. Нет. Тоже вот прямо сейчас принял это решение. Number four. Did you phone Sophie? Oh no, I forgot. I'll...
Good. I'll do it now. Она принимает решение как? В момент речи. Good. Number five. Are you coming for me? Or with me? Uh-huh. No, I don't think so. I'll stay here. Good. Translate this dialogue. Ты пойдешь со мной? Нет, я не думаю. Я останусь здесь. Good. Принимает решение прямо вот так вот сейчас. Six. Six. How do you use this camera? Give it to me and I'll show you. Translate. Как использовать эту камеру? Ну, как ты используешь этот фотоаппарат. Камера — это фотоаппарат. Камкодер — камера. Repeat. Камкодер. Камкодер. О, видеокамера. Видеокамера. Okay. Give it to me, and I'll show you. Translate. Дай мне ее, и я покажу тебе. Very nice. Very, very nice. Thank you so much.